Так, 29. О, опять птичка на фоне луны. Ты посмотри, как видел. 29 марта 2021 год, Харьков. 21.00 по Киеву. Полным фиаско закончился. Очередной дубль со съемкой МКС. Ровно в ту минуту, когда МКС пролетал рядом с Плеядами, нашло какое-то облачко на две минутки. Досадно страшно, но ничего. Досадно страшно, но ничего страшного. Русский язык ко мне. Так. Да, и луну сейчас тоже облачко накроет. Так что воспользуемся ситуацией. Вчера было полнолуние, это была красота. Сейчас тоже красота, но не полная. Не полнолунная, вернее так. Ох, ну спасибо Луне выручила, а то со всеми как-то так досадно. С работы прилетел, хотел снять МКС. Снял облака белокрылые лошадки. Слушай, хорошо видно, несмотря на то, что низко над горизонтом. Ну, чтобы было понятно, насколько низко над горизонтом. Сейчас источник света вот этот рядом, это фонарь просто на земле, на уровне земли, на заборе. То есть совсем еще низко над горизонтом луна. Так, выдержку меньше чуть сделаю. Луна сразу помрачнела. Уже, наверное, хотела МКС увидеть. Ну это что, она над облаками, она его увидела. Man on the Moon. Да, уже видно, что с правой стороны линия терминатора. Теперь это у нас линия вечернего терминатора. Очень смешное название. Вечерний терминатор. Позавчера был утренний терминатор, но он сказал I'll be back. А теперь у нас вечерний терминатор. После полнолуния вечерний, до полнолуния утренний. Ой, классно как. Кратеры видно. Прямо-таки классно. Что ты скажешь, если долго мучаться, что-нибудь получится. Когда-нибудь поймаем мы МКС на фоне Плеяд. Птички же на фоне Луны у нас ловятся. С летучими мышами. Хочется вот как раз по линии терминатора пройтись. Все время кажется, что нет резкости. Потом кажется, что не кажется. Ну как ты его с таким дрожанием? Поймаешь в этом малюпусеньком
окошечки, глазочки. Ничто так не меняет человека, как дверной глазок. Да, у меня тут с луной та же самая проблема. Как-то это все через окуляр выглядит. Но абсолютное ощущение, что ветер на луне. Ну, это, конечно, атмосфера Земли такого. Картина нам рисует. Колеблющиеся. Тест на Диксу это был. Демосфен отплевывался камнями. Так. Кратер Платон. Да, как же ж так, а? И смотри, опять абсолютно чистое небо. Ну, да, буква А единственная цензурная получилась у меня для выражения эмоций. Ну, как так? Ну, вообще, на 2 минуты. 7 минут летит МКС через, это самое, через небосвод. Так это еще не сейчас. Сейчас он там уже в зените, в тень Земли попал. То есть даже не 7, а, допустим, 4 минуты он летел. Да не допустим, а так и есть. С 53-й минуты где-то до 57-й я мог его видеть. А это лапочка. Покоцано. Вот что значит не прививаться от оспы. Последствия. Так. И ровно на эти 3 минуты образовалось облако. Ну как это вообще? Это статистически невероятно вообще. На чистом небе появилось облако. Сопроводила почетным караулом МКС по всему небосводу и растворилась вместе с ним. Ух, сейчас что-то такое сказал бы. Непечатное. Не эфирное. Ну хорошо. То есть ничего хорошего, конечно. Но луна красотулька. Спасибо ей большое. За то, что хоть ты нас не подвела. А то вообще. Приближался смена и ни о чем. Так. 21.08 по Киеву, в Харькове. 29 марта 2021 год. Еще дубль, что ли, сделал?